Победителя Гран-при Каннского фестиваля 1972 года «Солярис» Андрея Тарковского впервые за несколько десятилетий покажут на большом экране. Знаменитую ленту, главную роль в которой сыграл прибалтийский актер Донатас Банионис, воспроизведут с оригинальной пленки 35 мм. В Петербурге сегодня открылся фестиваль литовского кино. В программе не только современные картины, но и фильмы советской эпохи. Всего их 14. Некоторые ленты зрители увидят впервые еще до того, как они выйдут в прокат. Запланированы и встречи с авторами. Для нас очень важно показать, что литовское кино очень разное и что оно развивается, и что наши мэтры, наши знаменитые режиссеры, авторы сценариев, операторы, что они подготовили хорошую смену. Фестиваль литовских фильмов 2 года подряд гостил в Москве. В северной же столице его проводят впервые. По словам организаторов, петербургский зал наполнился лучше. Ну а завершится культурный киномарафон 27 октября.